Задолженность завода «Промтрактор» за потребленную электроэнергию будет урегулирована. Такое решение было принято на недавнем совещании в Министерстве энергетики России. В нем принимал участие председатель правительства республики. Долги предприятий концерна «Тракторные заводы» перед энергосбытовой компанией превышают 1 000 000 000 рублей. Ежегодно к этой сумме уже поставщики электроэнергии выставляют штрафы и пени. Иван Моторин отметил, что решение правительства страны позволит существенно сократить задолженность. Были приняты решения по урегулированию данной задолженности с целью стабилизации работы энергосбытовой компании, так как была угроза смены гарантирующего поставщика на территории Чувашской республики. В ближайшее время будет выпущена дорожная карта по урегулированию данного вопроса. Я надеюсь, что в 1-м полугодии мы все эти моменты урегулируем.